Началось, снимай. Не бойся, девочка, не бойся, ты маленький мой. Не бойся, твоих деток никто не обидит. Теперь уже никто не обидит, малыш. Все, мое солнышко. Вот на эту семью у нас вызвали отстрел добрые люди. Представляете? Вот эту семью нашу. Здесь у нас. Сейчас подготовили место. Малышам приблизительно недельки 3 глазки открыли. Мама очень злая, кусается. Это сейчас она просто за палец уже 2 цапнула. Да, солнышко? Но она старая, умудренная и сильная. Да, красавица моя, маленький мой. Да, там еще рядом, да, ваф-ваф. А это твои бульдожки. Мордатые такие, мордатые, смешные. Не бойся, деточка, все хорошо. Все, моя маленькая, иди. Все, маму долго беспокоить не будем. Перейдем в следующий отсек. Сейчас отопитель другой повесим. Так. Что, мелочевка? Сейчас принесут тазик вам для корма. Ребят, вот этих 10 подбросили под забор. Вот они, товарищи наши. Еще 5 мы не довезли. А так, вот они все наши дети. Мамины. Завтра всем дадим глистогонку. А это вообще морда, как у сербернара. Йо-го-йо-йо. Куда ты ползешь, таракан? Ну-ка, иди к другим туда. Оп. Ничего, ребятки. Завтра все будет хорошо. Сена много, здесь тепло, отопление есть. Беги пока туда, деткам, беги. 10 малышей, ребята. Сейчас насыпем корм. Водичку уже налили. Да? Эта бытовочка у нас на 2 отсека. Отопление высоко повесили, но сейчас опустим пониже. Все. А главное, дети. Дети есть дети, представляете? Все, им бы только поиграть. Им бы только поиграть. Ничего, мои хорошие, все у вас будет. А ты чего плаваешь? Плаваешь в каше. Вылезай, козленок. Чего? Застрял ребенок. Или ползи вон туда. Все, все наелись. Ну, слава богу. Здесь у нас с водичкой. И они сразу и пьют, и кушают. Сейчас. Налей, пожалуйста, в тот тазик вот сюда побольше. Чтобы полный был. Наливай, наливай, не бойся. Они маленькие, им надо повыше. Чтобы они подошли к краешку и могли полностью напиться. А? Все, спасибо. Слушай, завтра вот это загустеет. Это надо будет разбавить теплой водой. Теплой прям. Не горячей, а теплой. Обязательно. И они эту кашку доедят. Прям... Ну, с укропом даже в залив уходит с этим сукропом. А я, ну, я понял, скажу. Хорошо? Все понял. 2 чашечки. Водички, ну, теплая водичка, короче. Вот это, оно завтра разбухнет. Я будет понял. Такое густое. Поэтому завтра разбавить на 2 чашки теплой водой. Хорошо? Понятно. Друзья, сейчас хочу поговорить с вами по поводу стерилизации.
и хочу обратиться к вам и показать. Вот это наша безответственность. Ребят, наша безответственность, это мы их плодим, понимаете? Мы. А они растут, а они хотят жить. Ребят, тебе хорошо видно? Здесь у нас те, которые выросли без мамы, кого мы находили под гаражами, с обочин. Здесь у нас сборник детского садика. Здесь мы нашли маму на стройке. Это мама со стройки с детками. Здесь то же самое наши малыши. Малыши все привитые. Недавно они переболели после второй прививочки. Но, к счастью, они выжили. Ребят, вот все эти малыши, они подрастут скоро. Не пройдет и 4 месяца. И подойдет время стерилизации. Я хочу показывать вам только одну бытовку. Но, ребята, у нас таких бытовок 14. И в каждой бытовке отсек на 2 отделения. И в каждом отделении у нас сидят малыши. Где-то по 3, где-то по 6. Кто-то сидит с мамой, кто-то сидит уже подросточки. Ребята, нам очень-очень нужна помощь в стерилизациях. Это я вам показываю наших малышей. А завтра днем при свете дня я покажу вам наших подростков.